где вы видите изможденность? Дочь Ларисы Долиной ответила на нападки в сети по поводу внешности певицы. Дочь известной певицы Ларисы Долиной Ангелина Мельничинская поделилась в Инстаграм снимком с мамой и наследницей Александры. В кадре заметно похудевшая вокалистка предстает в сногсшибательном наряде. Артистка облачилась в костюм лавандового цвета, состоящий из жакета и мини-юбки. Образ дополнен золотистыми ботфортами и сумочкой им тон. «Две мои красавицы на фоне меня одной», – подписала кадр Ангелина Мельничинская. Подписчицы молодой женщины тут же принялись делать комплименты звездным дамам, утверждая, что на снимке не две, а три красавицы. Лариса выглядит как девочка, красавица, роскошная женщина. Доли них много не бывает, шикарные, делают комплименты поклонники звездной семьи. Правда, кое-кто посмел заметить, что Лариса Долина выглядит уставшей, изможденный вид у Ларисы, хотя смотрится шикарно в этом наряде, прокомментировала одна из подписчиц. Ангелина Мельничинская моментально отреагировала на этот выпад, заявив, что думать так – большая ошибка. «Где именно тут вы видите изможденность? Не пойму. Может, просто непривычно?» Лариса Александровна бодра, весела и полна сил. «Тому много свидетелей ежедневно», – отметила дочка Долиной.